Зейн, я нашел тебя. Рад снова видеть тебя, друг. Я думал, что потерял тебя. Я жду смерти. Времени хватит? Время есть, но начать нужно как можно быстрее. Ничто не потеряно. Правда станет испытанием. Мы можем вернуться во времени и спасти их. Да. Это наша единственная надежда. Близится конец света. Мы на месте. Зейн, они не знают, кто ты. Я знаю. День миновал. Померк и солнцу свет. Сейчас живой, и вот меня уж нет. Мой зов услышан, хоть я и не просил. Мой плод упал, но листья зелены. Пусть молодость прошла, я полон сил. Я видел мир борьбы и суеты. Порвалась с жизни нить, кто даст ответ? Сейчас живой, и вот меня уж нет. Я смерть искал, нашел ее в себе. Смотрел на жизнь и видел только тень. Шагая, знал, покой найду в земле. Я ухожу, вся жизнь прошла как день. Сосуд заполнен, нет границам бед. Сейчас живой, и вот меня уж нет. Это центр. Я иду. Зейн, бог вампиров. Не знал, что предатели любят шпионить. Тебя жаль, что ты мне не интересен. Что нужно сделать, чтобы тебе было интересно? Язык проглотила. Не скучай на карантине. Найди сайт 1xbet и зарабатывай прямо сейчас. Получай бонус по промокоду «Новинка». Как дела, дружище? Знаю, школа так себе развлечение, но что поделать? Дело не в этом. Что случилось? Они не работают. Они не работают, Тай, почему они не работают? Я умираю? Нет, Люк, ты не умираешь. Ты просто заболел. Обещаю, я о тебе позабочусь. Понял? Я сделаю все необходимое. У нас с мамой уже есть план. Ты ведь это знаешь? Я позабочусь о тебе, несмотря ни на что. Хорошо, давай наденем обувь. Нужно купить тебе новое. Супергёрл? Нет, Суперменом. Но Супергёрл тоже крутая, да? Чувак, поменьше слушай Джослин. Ладно. Я хочу, чтобы ты сделал мне одолжение. Можешь стать сегодня Суперменом для мамы? Она обсуждает с врачом, как достать из тебя криптонит. Можешь ради меня? Хорошо. Помнишь, как всегда говорил папа? Он говорил, что героизм начинается здесь. Но давай будем реалистами. Сверхспособности не причиняют вреда.
Папа носил этот кулон. Знаешь, что он о нем рассказывал? Тот, кто его надевал, на целый день наделялся суперспособностью. Можешь мне не верить, но это правда. Я тебе не верю. Мне пора, Фрост-младший. Забудь про воскресенье, придумай что-нибудь веселое. Подожди. Я люблю тебя, малыш Фрост. Думаю, все готово. Я все еще не могу поверить, что он это сделал. Мы чуть его не потеряли, Джосс. Мне жаль. Я не могу представить, каково это. Знаю, тебе было тяжело. Кто знает, о чем он думал в этот момент. Он остался без матери. У нас были отличные, достойные отцы, Тай. Кто знает, где бы мы были, если бы наши отцы были хоть немного похожи на этого ужасного человека. Я не знаю. Хочешь поговорить? Нет. Ладно. Я разговаривала с твоей мамой, и она сказала, что ты сдаешь экзамены для колледжа. Джосс, я не хочу об этом говорить. Нет, Тай, я думаю, что это благородный поступок. Твой отец гордился бы тобой. Дело не в этом. А в чем? Я не буду поступать в колледж, и в армию тоже не пойду. Это не смешно. Скажи, что ты шутишь. Ты не поймешь, Джосс. Тогда объясни. Ты из богатой семьи. Тайтус, они не платят за мое образование. Ты можешь получить стипендию или кредит. У тебя хорошие оценки. Дело не в этом, ясно? Ты просто не понимаешь, Джосс. Проехали. Да, проехали. Давай забудем о твоих планах на будущее, конечно. Сейчас выйду. Мам. Я знаю. Я думала, что все в порядке. Но ошиблась. Он такой маленький. Как это могло случиться? Все нормально, мам. Доктор сказал, что это лечится. На следующей неделе я выхожу на работу. Деньги будут. Я знаю, Тай. Я знаю. Иди. Тебя уже ждут. Тайтус. Люциану очень повезло с братом. Спасибо. Хорошо. Все готовы? Да. Не все. Джосс, давай не будем. Тайтус, это не игра. Проснись уже. Подумай о своих планах. Может, вы прекратите ругаться? Пожалуйста. Чувак. Да. Прости, Сонни. Все нормально. Психоаналитики все время пытаются донести до меня, что споры могут быть полезны. Но я все равно вспоминаю, как Билл раньше... Мне очень жаль, но это осталось в прошлом, да? Нет. Он где-то рядом. Где-то. И... Зацените, вам понравится. А? Схватим их сейчас. Закрой свой рот. Я же сказал тебе молчать, пока тебя не попросят говорить.
За что мне такое проклятие? Простите, господин. Капитан, вы были правы. Я видел метку мальчика собственными глазами. Они уехали на машине прослушка. Отлично. Цель очевидна. Проследить на всякий случай. Да. Будет сделано, капитан. Едем к холмам. Хотя, возможно, придется сделать остановку. Вижу ужин. Почему ты плачешь? Ты была никчемной, а я сделал тебя особенной. Неужели ты не можешь постичь красоту, которую создала? Смотри. Смотри. Пожалуйста, убейте меня. Зачем? Мне больно. Мне очень больно. Нет. Боль не основание для смерти. Возвращайся в свою коробку. Сколько времени у нее осталось? Один или два, пока ее картина не будет закончена. Идеально. У меня почти закончились подопытные. Да. Человек не может постичь замысла смерти. Идеально. Муж мой, что это значит? Есть мальчик, который носит метку. Мой дорогой, почему ты должен отказаться от всего, что мы создали? Это ошибка. Что будет со мной? С нашими детьми? Помолчи. Каин, а ты не любишь меня? Это неприемлемо. Как ты смеешь спрашивать? На этот раз ты не будешь вмешиваться, Лилит. Забыть о том, кто я такой, было крайне неразумно. Нет. На этот раз пойду я, моя жена. Покер! Казино! Слоты! 1xBet! Это невероятно! Используй полный спектр возможностей 1xBet. Покер, слоты, казино. Играй и выигрывай реальные деньги. Сначала остановимся у палаточного лагеря или у водопада. Разве лагерь не в 6 милях отсюда? Я не хочу ходить по темноте. Не беспокойся. Мы мужчины, мы тебя защитим.
Иди сюда! Я тебе девчонку оставил. Мать, очень вам благодарен. Бедняжка. Улицы больше не безопасны. Ты еще можешь бороться. Мне нравится. Ты же не хочешь закончить как он? Да? Ты свободна. Спасибо за костер, Джосс. Не за что. Кто-то должен был. Да, хорошо получилось. Я знаю. Пойду, воспользуюсь удобствами озера. Фу! Видишь, какая в озерах вода? В океанах все то же самое, Джосс. Тайтус, почему ты не планируешь свое будущее? Я не хочу об этом говорить. Почему? Ты не поймешь. Тогда объясни. Ладно, хорошо. Хочешь знать, почему? А, конечно. Ладно. Садись. Я не хочу. Ладно, плевать. Люка, амиотрофический склероз. Боже. Боже. Нам хватит денег, только если я прямо сейчас начну работать. Я бы с удовольствием пошел учиться или в армию, но я нужен брату. Ты знаешь, каково это, когда тот, кого ты любишь, умирает у тебя на глазах? Сегодня утром он не смог завязать шнурки, Джосс. И это только начало. Это несправедливо. Вы готовы? Что случилось? Помогите, пожалуйста, пожалуйста, помогите. Что такое? Что происходит? Они идут. Кто? Помогите. Кто идет? Вампиры. Что? О, боже. Пожалуйста, помогите. Постой. Помогите мне, они уже здесь. Ребята. Хотите знать предназначение тени? Тень – это истина человеческого сердца, которая создана для его защиты, и ее невозможно потрогать. Что за бред? Я ухожу. Не смешно. Без теней тьма выйдет на свободу. Как только это случится, она будет поглощать все на своем пути, пока не останется ничего. Пойдемте, быстрее. Сони, бежим, бежим, бежим. Вы не сможете сбежать от тьмы. Что это за место? Не знаю, наверное, что-то вроде заброшенного завода. А что, испугался? Заткнись. Черт, здесь еще связь не ловит. У меня тоже. Но
Возвращаться я тоже не хочу. Давайте спрячемся здесь на ночь. Черт. Окей. Что это было? Я не знаю, но хочу узнать. С какого ты сайта? Джосс. Что? А вдруг она не врет? Нет. Вампиров не существует. Кто знает? Не будем себе врать, тот парень. Что же мне делать? Что же мне делать? Черт. Все нормально? Это не моя сумка. Я, кажется, не ту взял. Эй, чувак, расслабься. Я не сумасшедший. Санни, ты взял мою сумку, а я твою. Разве я когда-нибудь тебя подставляла? Я так и знал. Я был прав. Вот что я вам скажу. Они больше никогда не причинят вреда тому, кто мне дорог. Никто. Чувак, ты такой крутой сейчас. Санни, ты в порядке? Ты же понимаешь, что это ничего не значит. Кто-то просто хочет нас напугать. Вот и все. Джосс, я в порядке. Я давно себя так хорошо не чувствовал. Я просто хочу защитить нас. Ты мне доверяешь? Конечно. Я тоже. Хорошо. В моей сумке есть кое-что важное, что поможет справиться с ними. Сами смотрите. Крест? И соль? Спичек нет? Зачем столько соли? Это скорее от призраков, которых здесь нет. Дело в защите и чистоте. Просто насыпьте сплошными линиями по всему периметру. Ты же знаешь, что ничего не получишь за свое актерское выступление. Я тебя раскусила. Ответь на несколько моих вопросов. Но сначала покажи зубы. Нет, на вампиры ты не похожа. Откуда ты знаешь, что за тобой гнались именно они? Они пили кровь? Они боялись света? Ты видела, как он превращался? Ну же. Они выкрали меня и моего брата, а они... Они заставили его выпить кровь. А потом они убили его. А когда он вернулся, он попытался убить меня. Они держали меня в коробке. Делали на мне порезы. И рисовали моей кровью. Пожалуйста, я так больше не могу. Пусть это прекратится. Помнишь его имя? Билл Кэмерон? Я не помню. Все хорошо. Как тебя зовут? Джентри. Джентри. Красивое имя. Теперь у тебя есть мы. Не бойся. Мой мальчик так быстро повзрослел. Санни просто проявляет вежливость. Эй, Тай, я не знаю, что происходит. Послушай, я просто хочу, чтобы ты знал, что мне жаль. Я вела себя как дура и... Я знаю. Я просто думала, что тебе плевать на свое будущее. Я должна была догадаться, что что-то случилось, и мне очень жаль Люка. Я знаю. Тай. Он еще совсем маленький. Я все время повторяю, что мне жаль. Но это правда. Если тебе что-то нужно... Я люблю тебя, Джосс. Что ты сказал?
Ребята, там что-то есть. Вы не сможете сбежать от тьмы. Тайтус! Достаточно. Не стоило убегать. Наслаждайтесь. Тайтус! Как тебе такая актерская игра, сучка? Эй, Санни, я знакома с Биллом. Джентри! Вернись сюда! Джентри! Самое время признать, что соль ни хрена не помогает. Они вампиры, не привидения. Я убью тебя! Санни! Ты мой! Я вернусь за тобой. Когда мы покончим с тобой, ты не будешь такой милый. Бежать некуда. Я уронила лампу, поэтому у пола скопился пропан. Я ничего не чувствую. Я сожгу это место дотла. Что такое? Что происходит? Беги. Какого черта? Ты кто такой? Это ты сделала? Эй, я с тобой разговариваю. Я сказал, отвечай. Ты стоишь на моем пути, дитя. Как жаль. Послушай меня. Она моя. Сейчас же. Эта шлюха моя. Отвечай. Джаспер. Розали. Что? Мы же не знакомы? Розали. Нет, конечно, нет. Объяснись. Мой господин, твой бог. Нет, я твой бог. Эй, ты не бог. Ты тоже хочешь нас убить? Нет, уйди с моего пути. Что тебе надо? Ты не поймешь. Нет, он ничего тебе не сделал. Не трогай его. Нет, оставь его. Сейчас ты заснешь. Он умрет. Если ты не... Я знаю. Почему я должен позволить тебе умереть? Отвечай на вопрос. Я не знаю. Чтобы не разочаровать вас? Нет. Почему ты на верном пути? Что в твоем положении может дать смерть, но не может дать жизнь? Возвращайся в свою коробку. Заходи и говори. Патруль нашел ее рядом со входом. Шла от самого завода. Удивительно, что выжила. Оставь ее. Ты рисковал моей ученицей, муж мой. Используй магию и посмотри ее воспоминания. С удовольствием.
Твоя магия очаровывает меня, моя дорогая. Что случилось? Темнота. Как это возможно? Объясни. Он твое дитя. Нет. Скорее, просто родственник, не ребенок. Он — это ты, но он нечто большее. Нечто большее, чем я. Интригует. Он очень быстро их убил. Неважно. Мы уже в конце пути. У тебя есть то, что нам нужно? Конечно. Но что делать с незваным гостем? Мы не можем так быстро от него избавиться. Ему нужен мальчик. Заткнись, человек. Его присутствие внушает тревогу. Возможно... Откуда ты знаешь мое имя? Следи за ней. Ты куда? Не твое дело. Подожди. Зейн плохо ладит с людьми. Винить не буду. Прошло 10 тысяч лет. 10 тысяч лет? Что это такое? Из будущего. Я дух. Меня почти нет. Что с тобой? Сосуд, в котором хранится жизненная сила, поврежден. Теперь есть надежда. Санни, что с тобой? С ним все нормально? Санни, теперь вампир. Что? Да я сплю, и это ночной кошмар. Почему он прикован? Новый вампир. Опасен. Защита. Может на тебя напасть. Хорошие новости, одна за другой. Нападение вампира – хорошая новость? Ты на 10 тысяч лет вперед в будущем и не выкупаешь сарказм? Вот и все. Я официально сошла с ума. Сарказм. Зейн не понял. Твой друг, который отсюда сбежал? И не говори. Где Тайтус? Этот мистер личность вернется? Почему он не убил нас? Слишком много вопросов. Зейн прав насчет тебя. Берегу силы. Пока. Ты точно издеваешься. Привет, мама. Привет, моя дорогая. Ложись. Не двигайся. Достаточно. Ты не должен был бежать. Всего хорошего. Джослин, Санни. Джентри. Сейчас ты уснешь. Когда ты проснешься, ты будешь думать, что все, что ты видел, правда. Ты не будешь грустить, не будешь плакать. Ты будешь сильным и злым. Все.
все просто останется в памяти. На сегодня все? Да, Джентри. Да, на сегодня все. Возможно, даже больше. Мама, ты недовольна? Позаботься о моем муже. Люби его так же, как любишь меня. Я сделаю для вас все, что угодно. Да, я знаю. Я хочу рассказать тебе правду. Твой отец жаждет умереть. Но он не может. К сожалению, это неправда. Он может умереть, если его убьет вампир из его рода. Этот парень из его рода. Откуда ты знаешь? У всех в роду твоего отца есть особая метка на теле. Кровавая луна через 2 дня. Последнюю 1000 лет я искала и уничтожала всех, у кого была метка Каина. Но этот мальчик каким-то образом уцелел. Я по праву 2 раза спасала своего мужа от смерти, но ему очень не нравится то, что я вмешиваюсь в его дела. Честно говоря, я боюсь, что он сделает, когда узнает, что я... Неважно. Дитя мое, если я не смогу переубедить твоего отца до кровавой луны, тебе придется сбежать. Если проблема в парне, я могу перерезать ему горло. С радостью. Как бы ты ни была рада, твой отец уже с ним связан. Он практически бессмертен. Мама, возьми. Используй их. Используй нож и кольцо. С их помощью ты сможешь контролировать отца до тех пор, пока не наступит кровавая луна, и все будет хорошо. Мама, пожалуйста. Больше никогда не упоминай этот кинжал. Никогда. В нем сконцентрирована самая темная магия. Использовать его для контроля твоего отца – непростительное предательство. Прости, мама. Я больше никогда не предам тебя. Джентри, сделай так, чтобы парень доверял тебе. Только с его помощью у нас все получится. Мама. Когда ты меня обратишь? Девушка сделает это? Она очень любознательна, но она сделает то, что ей скажут. Ты слишком веришь во что-то... незначительное. Не стоит его недооценивать. Когда я нашла Джентри, она купалась в крови ее родителей. Мы с ней очень похожи, и она чрезвычайно способная. Что ты будешь делать с незваным гостем? Скоро я поговорю с капитаном. Спасибо, Генри. Да. Я знаю, что ты не спишь. А у тебя есть имя? Зовут Фрост. Ха-ха, попался. Нет, скучно. Поболтать с милым человеком. Может, ответишь на несколько вопросов? Выгода мне. Ну, чего ты хочешь? Другой друг. Запросто. Ты потеряла козырь. Сложно ответить на вопрос друга? Умно. Только допустимые вопросы. Okay. Ладно. Где Тайтус? Кто на нас напал? Что им от нас нужно?
И кто такой мистер Личность? Могу ответить насчет Тайтуса. Мне придется вернуться к истокам. Каин известен как первый в мире убийца. Он сын Адама и Евы, старший брат Авеля. Когда Бог поставил Авеля выше Каина, Каин разозлился и однажды заманил своего брата в поле и убил его. Бог, конечно же, сразу узнал, что он сделал, и навечно поставил на него метку. Потом Каина изгнали, и он бесцельно бродил по земле. Так как земля ему больше не подчинялась, ему приходилось питаться человеческой кровью. Он стал вампиром, проклятым и бессмертным. Позже Каин познакомился и женился на Лилит. До обращения Лилит у них появился сын Энах, который также носил метку Каина. Но в те времена никто не понимал силу этой метки. Это была просто метка, не больше, чем напоминание. Когда Энах вырос, он женился и завел детей. И по мере того, как родословная Каина и Лилит продолжалась, каждый первенец носил на себе метку Каина. Лишь несколько столетий спустя Каин понял, что эта метка и есть спасение от вечного проклятия. Во время первого лунного затмения и тетрады его ранил и почти убил другой вампир, который носил метку. Именно тогда Каин понял, что может умереть. Лилит сделала все возможное, чтобы избежать смерти Каина, выслеживая и уничтожая всех, кому не посчастливилось носить эту метку. Она думала, что у нее все получается, пока однажды Каин не нашел Тайтуса. Теперь Каин схватит Тайтуса, и он заставит его прекратить страдания Каина через смерть. Тайтуса схватили? Где ты это взяла? Что? Не твое дело. Нет. Я так не думаю. Эти цепи должны удерживать. Это утолит его жажду, если он проснется. Я думала, мы просто дадим ему кровь. Скоро он захочет больше. Фрост слаб, он не сможет тебя защитить. Когда Санни проснется, покорми его. Пойдем, Джентри. У нас много дел. Джосс? Все в порядке, дорогой. Я скоро вернусь. Нет. Еще рано. Фрост, защити ее. Отлично. Но я могу, я обещаю. Я знаю, я пропустила несколько дней. Нужно было с сыном к врачу сходить. Пожалуйста, мне нужна эта работа, прошу вас. Алло. Все хорошо, мам. Вот что у меня есть. Я тоже могу найти работу. Я видел, как дети выбрасывают банки из-под содовой. Так что я могу их собирать. Ты очень хороший мальчик.
Я не шучу. Тай дал мне его. Он сказал, с ним я весь день могу быть, как Супермен. Я могу. Я могу спасти президента, и он должен будет нас наградить. Он бы так и сделал. Но давай прибережем суперспособности до тех времен, когда они нам действительно понадобятся. У нас все будет хорошо. Иду. Люк, можешь приготовить себе ванную? Нет, не могу. Ладно, я скоро вернусь, хорошо? Иду. Фрост, что же мне делать? О чем ты? Как я могу помочь? Я не могу просто сидеть здесь. Как ярко. Санни? Теперь кровь готова. Джосс. Нужно просто отдать ему? Поставь в пределах досягаемости. Вытащи меня. Прости, он прыгнул на меня. Пожалуйста, нет, Санни, ты в порядке? Нет, пожалуйста, Санни, все хорошо. Ты должен остановиться. Пожалуйста. Фрост? Друг. Мне очень жаль. Санни порвал цепи, Фрост меня спас. Мне очень жаль. Я виновата, я неуклюжая, это моя вина. Это моя вина. Нет. Я неправильно рассчитал сроки. Из-за моего появления все Фрост. Нет. Ты монстр. Пожалуйста, не трогайте мальчика. Пожалуйста, не трогайте мальчика. У меня есть суперсилы. Прости меня. Как ты мог? Оставь меня, дитя. Что они тебе сделали? Зачем ты это сделал? Я не делал. Делал? Где Люк? Что ты с ним сделал? Где он? Я ничего им не сделал. Ты врешь, она же здесь! Я бы никогда не причинил им вреда. Это я, Джоселин. Фрост рассказал историю не до конца.
Когда много лет назад я убил Каина, я унаследовал проклятие, которое в 7 раз хуже смерти. И теперь, когда больше никто не носит эту метку, я бессмертен. Я был очень зол на свою судьбу, я терял все, что любил. Поэтому превратился в монстра, которого ты видишь перед собой. Я шел по пути Каина и уничтожал за собой мир. От моего гнева не смогли спастись ни люди, ни животные, ни вампиры. В конце концов, не осталось ничего. И я молча ждал. Я бы сошел с ума, если бы не Фрост. У него появилась мысль вернуться и остановить меня. Остановить Тайтуса от убийства Каина. Идея больше походила на поиск иголки в стоге сена. Но каким-то образом у нас получилось. Конец. Мы закончили. Очень красиво. Да. Теперь пришло твое время присоединиться к Лилит. Будет очень больно. Но думаю, что знаю ответ. Говори. Единственное, что может мне дать смерть, это свобода. Я хочу быть свободной. Теперь ты можешь освободить себя. Спасибо. Ах, какая жалость. Я хотела ее себе. Умереть в пыли. Смерть настигнет весь мир. Я ей очень завидую. Да, мой муж. Помнишь вид с Эйфелевой башни? Частные гондолы в Венеции? Или вечерние прогулки по Амстердаму? Очень много воспоминаний. А из этой страны их не так много. Но все кажется новым. Представь, чем мы могли бы здесь заняться. Уничтожить человечество. Или позволить ему существовать дальше. Очень занимательное занятие. Каин. Избавься от Джентри. Тетрада уже близко. Мы должны это сделать. Она выполнила свое предназначение. Любовь моя. Уверяю, у нее есть другое предназначение. Объясни. Она мой проводник в сознание парня. Предстоит изменить многие воспоминания. К тому же парень ее очень и очень любит. Он считает ее подругой. Она убедит его выполнить нашу просьбу. Мою просьбу. Мне нравятся твои рассуждения. Можешь это сделать? Конечно, муж мой. Я сделаю так, что ей нельзя будет отказать. Лилит. Это моя последняя тетрада. Не стоит этому противиться. Пообещай. Даю слово, я не буду противиться, но эта девушка достанется мне. Я вернусь за ней.
Зачем ему говорить о Джентри? Возможно, он хочет, чтобы вы сосредоточились на мелочах. Если вы довольны маленькой победой, то можете проигнорировать большую. Он ошибается. Зачем ему это нужно? Он уже давно ходит по этой земле. Не дольше меня, а я хочу одного — быть с ним здесь. Его команда не отвернется от своего капитана. Надежда есть. Темноту может нарушить даже крошечный огонек. Этого я и боюсь, Генри. Ну и как нам спасти Тайтуса? Подождем, пока Джослин проснется. Не хочу повторять по два раза. Ай, наконец-то! Завтра я убью Каина и освобожу Люка. И спасу Тайтус от превращения в монстра. Мои близкие продолжат жить. И неважно, какую форму жизни они примут. И твои близкие продолжат жить? А как же ты? Я жил тысячи лет. Управлял этим миром и стал его концом. Остался только я. Я пытался умереть тысячу раз. После того, как гнев иссяк, на смену ему пришла ужасная пустота. Я ощущал не одиночество, но скорее глубокую и полную пустоту. Когда Фрост пришел ко мне с надеждой, я понял, что мне не хватало самого важного. Того, что даже Каину удалось пережить на протяжении его жизни. Мне не хватало любви. Сони, Люциана, моей матери. И тебя. Джослин. И что меня? Мне не следует говорить. Ты шутишь? Я не шучу. Ты сказал, что ответишь на мои вопросы, так что отвечай. Джослин, в детстве это ни для кого не было секретом. Я был без ума от тебя. Но они не знали, что это чувство стало только сильнее. Все эти годы я пытался заменить эти чувства другими. Чем угодно. Но даже через тысячи жизней ты никогда не уйдешь из моего сердца. Даже в конце. Мы — это то, что мы помним. Джослин. Просто если сказал то, что ты не хочешь слышать. Я не знаю, что хотела бы слышать. В каком смысле? Я ждала очень-очень долго, чтобы Тайтус наконец понял, что он чувствует ко мне. А вчера, до того, как Каин забрал его, он сказал, что любит меня. Я знаю. Он так и не получил ответа. Так ведь? Да. Что произойдет, когда ты убьешь Каина, если Тайтус этого не сделает? Ты прекратишь существовать? Это одна возможность. А если вы оба исчезнете, что если вы с Тайтусом именно такие, какими должны быть? Я выродок, я не должен существовать. Если это правда, мы с Сони тоже выродки. Потому что нас бы здесь не было, если бы ты не вернулся. Значит, мы должны исчезнуть? Тогда, может, мы должны позволить Тайтусу выполнить свое предназначение? Я знаю, что мы должны быть здесь, чтобы забрать Люка, но... Ты пойдешь со мной? Конечно, то есть... Ты ведь тоже Тайтус? Нет. Ты еще ребенок. Все не так просто.
Жизнь — это не сказка. Ты, Люциан, и даже Сони, когда-нибудь вы все умрете. Я не смогу вечно вас защищать. Тогда мы найдем другой способ. Всегда есть другой способ. Нет. Никто не выживет. То есть ты даже не хочешь попытаться? Это бессмысленно. Ты не прав. Надежды нет. Ты ошибаешься. Ты говоришь, это бессмысленно, но ты нужен нам, всем нам. Только ты знаешь, что ждет нас в будущем. И только ты можешь остановить то, что должно случиться. И только ты можешь все изменить. Джослин, я забыл, какая ты умная. Я теперь переубедила? Этого не может никто. Тогда это еще не конец. Я не позволю тебе умереть. И никому из вас не позволю. Эй! Эй! Выпустите меня! Джентри. Да, это я. Я не знаю, что происходит. Почему я здесь заперт? Нас атаковали вампиры, Джентри. Вампиры. Да. И они спасли нас. Я знаю, но... Где они? Ты была там с ними? Да, не знаю. Они дали мне немного свободы, пока ты не поправишься. Неважно, я хочу. Дай пройти. Подожди. Они уже в пути. К тому же ты хотел, чтобы я пришла и ждала их с тобой? Ладно. Не знаю, сколько еще я смогу здесь просидеть. Они забрали Люка. И убили всех. Я плохо соображаю. Они сказали, что попытались их спасти, но было уже поздно. Мне так жаль, я... Я убью их. Не волнуйся. Тебе представится такой шанс. Кто ты? Меня зовут Кай. Если я говорю, то ты слушаешь. Один из моих детей очень заинтересовался тобой. Это может показаться странным, но ты обладаешь чем-то особенным. Отметина на твоей спине дана Богом, и в ней есть священные силы. Поэтому она стала целью, за которой он охотится. И, к сожалению, только ты можешь его остановить. Как мне его убить? Через 2 дня, когда луна станет кровавой, случится великое событие. Тетрада. За все время это случалось 4 раза. Если я обращу тебя в вампира в тот день, ты станешь богом, и у тебя будет достаточно сил, чтобы это сделать. Через 2 дня. Подумай над этим. Я знаю, это трудно осмыслить. Я просто не понимаю, почему они их убили? Да, знаю. Но они за это заплатят. О чем ты говоришь? Я даже тебя не знаю, ты просто слабая девочка. Заткнись. Я такое пережила, что ты себе и представить не можешь. Я видела, как мои родители умерли в ту ночь. И это было... ужасно. Я знаю, что мы потеряли твоих друзей, так что прости, что не хочу, чтобы такое случилось и с твоим братом. Джентри. Ты ничего обо мне не знаешь. Стой. Черт. Thank you.
Здравствуй, мальчик мой. Я очень рад тебя видеть. Где моя мама? Я хочу к ней. Конечно. Что ж, к несчастью для тебя, твоя мама пропала на неопределенный срок. Я принес тебе еды. Я не хочу есть. Не хочешь? Я хочу домой. Что это? Это тебя не должно волновать. Я советую тебе немного поесть. Это поддержит твои силы. Я думаю, тебе они понадобятся. Хорошо. Твою мать! Ой. Ты такой неуклюжий, Стивен. Стивен? Я Люк. Извините. Да. Наверное. Я не могу есть такое мясо, оно не приготовлено. Я знаю, что не можешь. Я скажу, чтобы Мэгги приготовила что-нибудь более приемлемое. Люк. Привет, дочка. Мама, этот мешок с костями не верит мне. Я вижу это по его маленьким блестящим глазкам. Я хочу их выдавить. Я пришла, чтобы это исправить. Но я думала, что привороты не работают. Так и есть. Я решила подменить его воспоминания о той, кого он любит. Похоже, она единственная, кому он полностью доверяет. С этого момента тебя зовут Джослин. Наше собрание скоро начнется. Джослин, спрячься за той скалой и не выходи, чтобы не случилось. Ясно? Да. Я пока подготовлюсь. Ладно. Идем, Сони. Джосс, извини, что накричал. Я просто не понимаю. Я думал, ты мертва. Значит, я тебя не узнал. Просто не верится. Ты жива. Конечно, глупыш. Каин и меня спас. Но ты был немного не в себе. Трудно терять тех, кого любишь, но... Я тоже была слегка не в себе, но... Скажи мне, почему тебе можно выходить отсюда, а я должен сидеть здесь? Потому что они знают, что я никогда тебя не брошу. К тому же я им совсем не нужна. А ты нужен. Ты должен сделать трудный выбор. Ты же меня знаешь, Джосс. Я сделаю все, чтобы спасти брата. Этим ты мне и нравишься. Я тебе нравлюсь? С каких пор? Что? Вы в настроении попробовать еще одну рабыню?
Ты добился своего. Я потеряла аппетит. Даже несмотря на то, что малышка Маргарет очень вкусная. Мэгги для меня совершенно бесполезна. Что тебе нужно, Генри? У меня было время подумать. И ваше колдовство меня беспокоит. У тебя было время шпионить? В этом нет нужды. Джентри отлично справляется. Пора приступить ко второй части плана, в котором твоя помощь мне не понадобится. Впрочем, дорогой мой Генри... Да, Ваше Величество. Убери это. Мэгги, ты считаешь себя никчемной? Ты ошибаешься. Ваша королева придумывает все новые уловки. Да, это так. Ты позаботился о ребенке? О Люке? Он изолирован. У него уже есть имя? Возможно, если ты продумаешь все до конца, то захочешь новую игрушку. В этом нет надобности. Этот вампир требует моего присутствия. Вы хотите, чтобы я этим занялся? Любопытно. Он защищает двух друзей этого мальчика. Иди и скажи своим людям, что я хочу их смерти. Но оставь этого путешественника мне. Будет сделано. Капитан Генри Эвери. Я устал от этих игр, капитан. Мне нужны ответы. Сейчас же. Да. Идем со мной. Ты хочешь знать, почему я выбрал тебя в качестве ученика? Да? Я убил твоего короля. В этом нет смысла. У меня был сын. Сын? Ты хочешь послушать или нет? Все, молчу. Да. У меня был сын. Не по крови, но по духу. Стивен. Нас с ним объединила любовь к открытому морю. Даже когда он еще был юнгой, он лучше переносил качку, чем остальной экипаж. Хотя, конечно, он был неуклюжим, вечно что-то ронял. У него был особый блеск в глазах. Возможно, Каин его тоже видел. Я все еще не понимаю.
Когда он вызвал меня, я не смог устоять. Я сказал Стивену делать то, что ему говорят. Они пошли к этому месту в ту ночь. Было слишком поздно. Они пришли, когда Каин уже вырезал сердце из его груди. Ты напоминаешь мне Стивена. И ты убил этого ублюдка Каина, и я благодарю тебя от всего своего черного сердца, правда? Чем могу быть полезен, старина? Клянусь, если это уловка, чтобы я заткнулась... Нет, там что-то происходит. Билл? Что? Нет. Это не он. Билл! Здравствуй, сынок. Мерзавец! Сони, не надо. А ну вернись. Так как мои люди голодны, крепкие и решительные. И должны превзойти мое желание. Я не могу удержаться. Ты тот самый мальчишка. Я знал, что ты поймешь. Чего ты хочешь? Я убью Каина снова. Зачем? Чтобы спасти себя от того, кем я стал. Для тебя результат будет тот же. Ты знаешь о моих планах? Да. Ты хочешь себе его трон и мою поддержку? Как твоего ученика. Я уже пережил это. Но в ту ночь, когда мы поработили человечество... Капитан, господин готов принять вас. Здравствуй, имитатор. Время пришло. Почему бы тебе просто не убить меня? Я сыт по горло твоими угрозами, и ты забрал у меня единственного друга. Я должен убить тебя. И, наверное, сделаю это. Ты все, что осталось у меня от Стивена. Тогда почему ты меня так ненавидишь? Я тебя не ненавижу. Я ненавижу того, кем ты не являешься. Нет, я должен остановить тебя и остановлю. Нет, я выберусь отсюда. Я не потеряю тебя. Встань на колени и прими корону. Я, король, объявляю этого рыцаря королем нашего народа. Зейн! Что это? В чем дело? Зейн, кинжал, предательство. Генри, что? Поработил, он лжет, тебя! В итоге он сломался. Освободи всех. От этого зависит твоя жизнь. Я выполнял приказ, сэр. Нет. Они все лгут. Это мятеж. Это заговор против нас обоих. Разве я не обращался с тобой как с собственным сыном? Сними перчатки. Перчатки? Не держи меня за идиота. Я знаю, чей это кинжал. Ты обвиняешь меня в этом?
Да. Обвиняю. Возможно, на этот раз всему старому пришел конец. И пришло новое. Найди свой свет, Генри. Здравствуй, Фрост. Фрост — это не мое имя. Кто ты? Ты убил капитана. Тот, кто убивает твоего хозяина, становится твоим хозяином, верно? Возможно. Да. Воссоединись с ним. Что? Нет, это инцест. Я приказываю. Я презираю тебя. Знаю. Чего ты ждешь? Могу я побыть один? У вас серьезные проблемы. Этот паренек мой. Хочу закончить начатое. Оставь его в покое, Билл. Вот тот никчемный мальчишка, о котором я говорил, всегда бежит к своей мамочке. Ну, так было, пока я ее не убил. А это его подружка. Я убью тебя! Неплохо, Сонни. Надо было убить тебя в тот день, когда я высосал кровь из твоей матери. Жаль, что подоспел любимчик Каина. Вот бы это была твоя девушка, из нее сосать кровь было бы веселее, чем из твоей мамочки. Думаю, пора это выяснить. Нет, отпусти! Эй! Сегодня не мой день, да? Ты беспомощен, конечно же, как и всегда. Да, я пошалю с твоей мамочкой, пока ты будешь прятаться в спальне. Но это ничего, мы оба знаем, что ей понравилось. Не смей говорить о ней! О, нет. И что ты сделаешь? Ничего, верно? Как и в ту ночь. Ты будешь смотреть, но ничего не сделаешь. Верно, сынок? Сони! Вставай, Сони, и покончим с этим. Оставь его, ты здесь ничем не поможешь, Тай. Я не Тайтус, а Джослин. У тебя кровь течет. Теперь что, я обращусь? Нет, тебе нужно выпить кровь того, кто тебя укусил. Хорошо. Лучше умереть, чем быть такой, как они. Я не хотела тебя обидеть. Твои раны нужно промыть. Можно я тебе помогу? Нет, мне не нужна твоя помощь. Что, в чем дело? Этот ублюдок мучает Люка. Нет, стой. Слушай, я подслушала их разговор, но не знаю, стоит ли говорить. Что? Расскажи. Жена Каина сказала, что он лгал тебе. Если ты станешь богом, ты не сможешь спасти Люка. Да, но я должен спасти его. Она сказала, что он использует тебя. Он хочет, чтобы ты убил его конкурента. Если ты станешь богом, Люк умрет. Быть такого не может. Ты точно в этом уверена? Тайтус. Что ты делаешь? Я знаю, ты зол, но разве месть важнее, чем жизнь твоего брата? Ты мне веришь? Но что? Я когда-нибудь тебя обманывала? Нет, мэм.
Что ты делаешь? Генри не вернулся. Я подумала, что сегодня я тебе послужу. Да. Отсутствие Генри может означать лишь одно. И что же? Ты плела заговор против меня, жена. Но он не удался. Этот вампир — мой сын из будущего. Мне сопутствует успех. Любовь моя. Ты думала, что я не узнаю? Пожалуйста, прости меня, муж мой. Ты знаешь, что наша любовь стала угасать со временем. Да, неважно. В этот последний час возрадуемся. Моя свобода неизбежна. Заклятие скоро перестанет действовать. Отлично. Давай отпразднуем нашу последнюю ночь вместе, единственный мой. Я знаю тебя, Лилит. Слишком хорошо. Завтра все это закончится. Мудрая женщина знает, когда ее перехитрил тот, кто выше ее. Выпьем за нас. Союз, заключенный в аду. Ты знаешь, куда отвезти его? Да, мама. Она не пойдет с нами. Я должна отвлечь Каина. Мама, я... А теперь идите. Быстрее. Бежим! Ты разочаровала меня, Лилит. Лилит. Что ты делаешь? Не знаю. Просто рассматриваю старые шрамы. Знаешь, Билл не всегда был таким плохим. Думаю, какое-то время он действительно любил мою маму. А потом он изменился. Да. Кто-то его обратил. Возможно, Генри. В итоге худшая его часть взяла верх. Со мной тоже это случится. Я уже чувствую, как я меняюсь. Вчера я убивал людей. Ты это имел в виду, когда сказал, что чувствуешь гниль в моем сердце? Был момент, когда мне хотелось сказать «да». Но теперь, когда я здесь, я не уверен. Раньше ты отличался от Билла. Возможно, но выбирать тебе. Ты будешь отличаться от него и сейчас. И каков ответ? Кто-то скажет прощение. Но я понимаю, что это очень сложно. С утречком, все еще обсуждаете план? Мы отправимся за эти холмы. Это должно занять пару часов. Понятно. Ну, я все еще считаю, что вы не правы, так что мне придется убедить вас в обратном по пути туда. Господин, мы не смогли найти их. Мы не прекратим поиски. Мне послать больше патрулей или... Ни с кем больше не контактируй. Созови детей Лилит в мое убежище. У меня есть награда для всех вас. Так, кого ты вчера встретил? Человека, у которого с тобой была нынешняя версия Фроста. Фрост? И он его тебе отдал? У трупа нет выбора. Скоро он вернется в свое прежнее состояние. Значит,
Ты просто берешь то, что тебе нужно, и убиваешь без сожаления? Да, как я уже говорил, я монстр. Нет, Тай. Зейн. Кажется, меня сейчас тошнит. Ну и... Скольких ты убил? Все. Как мило. Ты чувствуешь запах? Нет. Кто это сделал? Билл, он там. Я просто не смог устоять. У меня есть дело к моему пасынку. Теперь тебе придется иметь дело со мной. Тай, нет. Ты должен покончить с этим. Сейчас. То есть только ты и я, сынок? Думаешь, ты уже отрастил себе яйца? Я в этом сомневаюсь. А я постригся. Можем повеселиться с твоей девочкой. Меня от тебя тошнит. Видишь? У тебя нет яиц. Ты был никчемным, когда был ребенком, и как вампир ты тоже никчемен. Извинились. Мне нужно в больницу. Пропустите свое собрание. Видимо, я победила. Джосс, я должен. Нет, нет. Не обращай меня. Обещай мне. Обещай. Тай. Приветствую вас, дети мои. Сегодня вы получите самый великий подарок. Вашу свободу. Надеюсь, ты понимаешь, что это все из-за тебя. Это не приносит мне удовольствия. Бегите! За что? Каин! Не нужно было пытаться обмануть меня. Спрячь меня поскорей! Спасибо, ты спас меня! Проси, чего хочешь! Ну что ж...
Но да, я помню, как хорошо нам было вместе. Я всегда буду помнить об этом. Но пришло время обрести покой. Прощай, любовь моя. Почти пришли, это за той грядой. Джосс. Джосс. Джослин. Ладно. Что? Просто... Я очень рад, что ты здесь, со мной. А этим мы займемся после того, как спасем твоего брата. Ладно? Хорошо. Видишь, это она. Спасибо. Откуда ты знаешь, что он там? Есть единственный способ это узнать. Я никого не вижу. Он сказал, что будет здесь. Голова. Что происходит? Нужно убираться отсюда. Нет, мы не можем уйти. Поцелуй меня. Джосс, ты что? Я сказала, поцелуй меня. Отдохните. Что? Кто? Я не... Умница, Джентри. Ты меня порадовала. Рада служить вам, господин. Он тебе нравится? Нет. Он отвратителен. Похоже, вы подходите друг к другу. С твоими новыми способностями вместе вы будете править миром. А сейчас я выполню свою часть соглашения. После того, как я обращу тебя, надень его. И до тех пор, пока кинжал будет оставаться в сердце Лилит, ее силы принадлежат тебе. Я готова, господин. Когда она очнется, нужно смыть всю эту кровь. Хватит это спрашивать. Она очнется в любой момент. Но, кажется, будет не очень рада этому. Привет, подруга. Какой яркий свет. Это ненадолго. Мое горло очень больно. Джосс. Джослин. Уверяю тебя, все это только к лучшему. Почему? Я не хотела этого. Не таким образом. Я знаю. Я думал об этом. Я пытался остановить его, но... Он показал мне. Казалось, будто свет выходил из твоего тела. Я и представить себе такого не мог. Ты обратил меня? Нет, нет. Думаешь, он бы мне позволил, даже если бы я захотел? А ты хотел? Нет, нет. Я не это имел в виду. Тише. Тише. Ты слишком громкий. Где он? Он от меня прячется? Джосс, не надо. Джосс, ты не такая сильная, как ты думаешь, понимаешь? Фрост, рада снова тебя видеть. Где он? Что? Я не могу сказать. Иначе это лишит смысла все происходящее. Ты не прав. Все изменилось. Прости меня. Я никогда бы не предал друга. Фрост. Что случается, когда человек, который превращает тебя, умирает? Ты тоже умрешь, верно? Да. Зейн превратил Сони и меня. Что будет, когда он умрет? Я могу потерять всех своих друзей. Он в ритуальных пещерах. Это к востоку отсюда.
Добро пожаловать. Я рад, что вы смогли добраться. Я верю, что пришло время нам встретиться. Я полагаю, это из-за тебя так и не вернулся. Какое дитя? Это? Не трогай его. У меня нет выбора. Мне придется сделать это, чтобы получить то, что я хочу. Мне ничего не помешает убить тебя. Я бы не стал этого делать. Если я отрежу мальчишке голову, он исчезнет навсегда. Почему ты противостоишь мне? В этот момент ты ощущаешь свободу. Стой, если ты еще раз тронешь мальчишку, я отрежу тебе голову. Столько гнева, но твое присутствие в этой линии времени разбудило во мне аппетит. Почему в жизни всегда так? В момент моего освобождения я получаю вызов от равного себе. В сравнении со мной ты ничто. Ты чувствуешь? Мы на пороге смерти и свободы. Я знаю, что ты понимаешь. Ты был в ловушке, в темнице всю эту жизнь. Нет, это жизнь – дар небес. Ты лжешь себе. Какой слабак. Слабак? И это говорит тот, кто прячется за ребенком. Пусть судьба решит, кто из нас освободится. Судьбе меня не остановить. Я снова чувствую себя живым. Тебе не победить меня. Ты забыл, мальчик. Я и есть первоначало. Узри мой истинный облик. Скучай на карантине, найди сайт 1xbet и зарабатывай прямо сейчас. Получай бонус по промокоду «Новинка». Тебе далеко до истины. Я и есть истина. Нет! Давай закончим сейчас, как раньше. Нет. Нет, наша битва только началась.
Благодаря тебе я обрел смысл жизни. Тайтус, все нормально. Все хорошо. Я избавлю эту землю от всего, чем ты дорожишь. Нет, нет. Тайтус, стой! Тайтус, нам надо идти! Тайтус! Пока. Нет. Что? Остановись. Ты следующий. Тайтус, я потерпел неудачу. Что? Сонни, нам надо к Люциану. Надо прижечь его рану. Но следи за Джослин, пока я буду это делать. Стой, Джос, стой! Останови меня! Нет! Нет! Она такая сильная. Нет! Помоги мне! Помоги мне! Нет! Я чувствую это. Что такое? Я убью тебя. Ты ничто. Думаешь, можешь забрать у меня семью? Это сойдет тебе с рук. Джос! Сонни, сделай что-нибудь. Она нужна ему. Джос, помоги мне. Ты жалок. Ты даже не сопротивляешься. Ты ничто. В присутствии Бога. Нет. Сонни, она нужна ему. Нет. Джос. Зейн. Помоги мне. Может, у тебя есть сила Бога, но тебе не хватает понимания. Вот, кусай. Иди к Люциану, пожалуйста. Хорошо. С Тайтусом все будет в порядке. Да. Эта рана его не убьет. Как я могла хотеть причинить вред Люку? Новообращенным очень сложно контролировать себя. Скоро ты научишься преодолевать свой голод. Почему ты обратил меня? Ты задаешь много вопросов. Джос, у меня не было выбора. Я не мог позволить погасить твой свет. Похожая история повторяется. Да, я облажался. Нет. Нет. Никогда так не говори. И никогда меня не бросай. Почему? Зейн, с Люцианом все будет в порядке. Я дезинфицировал и прижег рану. Внутренние органы не задеты, а его жизненные показатели вполне приемлемы, но... ему нужна медицинская помощь как можно скорее. Отлично. Отвези его в больницу, а я позабочусь о них. Сонни, сегодня все могло обернуться по-другому, если бы не ты. Спасибо. Ты все еще голодна, Джослин? Нет, мне лучше. Хорошо, мне нужно уходить. Зейн. Да? Обещай, что ты никогда меня не бросишь и что ты никогда не сдашься. Зачем? Потому что ты мне нужен. Нужны вы оба. Зейн. Обещай мне.
Обещаю. Привет. Может, отдать ему? Ему нужно время, Джос. Время? Для чего? Время для чего? Лечение непростое. Знаю. Привет, Джос. О, спасибо. Умираю с голода. Ты помнишь, как мы ели обычную еду? Твоя мама прекрасно готовила лазанью. Да. Старые добрые времена. Мне тебя не хватало, Джос. Я вижу, когда ты врешь. Прости. Все воспоминания там, но твоего лица я не вижу. Это ничего. Стой. Когда я увижу Люка? Я вылетаю завтра, чтобы встретиться с ним. Кстати, ему намного лучше. Может, лучше Соне туда полететь, то есть... Он знает Соню. И меня тоже. Соня останется здесь, с тобой. Тебе с ним комфортнее. Но это значит, что мне нужно пойти и принести домой моего любимчика Фроста. Ладно. Спасибо, Джос. Не за что. Как прошло? Нормально? Мне надо на воздух. Мне очень хотелось услышать ее в последний раз. Или увидеть свет, сияющий в ее глазах. Но я упустил ее на минуту. Ты можешь попробовать еще раз? Нет. Это был мой единственный шанс. Ты спас обоих ее сыновей. Знаю. Как Тайтус? Он в безопасности, это главное. Тебя что-то беспокоит? Воспоминания. Почему твои отличаются от воспоминаний Тайтуса? Это поток времени. У моего разума были тысячи лет, чтобы многое забыть. Помню, как ты сказал однажды, что мы — это то, что мы помним. Ты помнишь меня? Он нет. Он вспомнит. А я не забуду. У меня нет ни карты, ни воспоминания. Но ты, Джослин, моя северная звезда. Знаешь, иногда мне очень не хватает тебя, мама. Иногда.
Здравствуй, любимый. Джесс? Конечно, глупыш. Я так больше не могу. Я скоро сойду с ума. Я иду к тебе. Поторопись.